Нахимичили. В Одессе в 25-й школе вспыхнул кабинет химии. Пожар случился рано утром, когда учеников у заведения еще не было. АЧП сообщили одесситы, которые выгуливали собак. Пожарные не дали огню распространиться на соседние классы и чердак. Пламя ликвидировали 7 пожарных расчетов. К счастью, обошлось без пострадавших. Произошло возгорание шкафа по работе с химреактивами. Вот. Вследствие установлена причина – это короткое замыкание вытяжной вентиляции данного шкафа.